Восприятие. Хотя, если джетом бахиваться дичайше, я думаю, можно что-то придумать. Выносливость. Ну, это бред. Так, я не смогу ничего сделать. А, 5 очков действия при ловкости 1. Я думал, 1 очко действия будет. Не, ну тогда играем, играем. Тогда играем без проблем. Я думал, 1 очко действия будет, реально. Я даже не знал, я просто меньше 10 никогда не ставил. Погнали, погнали. Ну. Еще хотя бы что-нибудь бы туда. Восприятие. И последнее очко действия прилетает в харизму. Потрясающий персонаж. Ну, блин, это я даже не знаю. То есть это какой-то ДЦПшник пока что. Окей, спешил мы раскидали. Получилось, конечно, очень впечатляюще. Обратите внимание на мои навыки обращения с оружием и со всем остальным. Окей. Так, следующий Will of Decide касается перков. Мудрый, удачливый гений. Он не мудрый, он хорошо видит это восприятие. Обаять. А, это Стивен Хокинг, я понял, короче. Ладно, давайте перки крутить. Итак, первый перк, который нападает, это... Чуть сексапильность не выпала. Устойчивый к химии. Что это? Я даже не знаю. Химикалии приносят вам только половину нормального эффекта. Я еще не смогу. Я еще не смогу нормально упороться, чтобы облегчить боль и страдания своего ужасного тела. О боже, как проходить игру с ловкостью 1, я не знаю. И второй перк. Что за шутки про киномана, ребят? Это точность. Все ваши атаки очень точны, повреждений доносится меньше, но при этом больше вероятности. Карита. Стрелять-то мне из чего с 5 очками действия-то, господи. Есть вообще оружие, из которого я могу выстрелить-то хоть раз? Ну и дресня, господи Иисусе. Скиллы крутим. Сейчас какая-нибудь срань упадет, точно. Холодное оружие. Жесть. Ну... Будем бить ножами. Ножи для мужиков. Наука. Даже колесо говна чувствует, куда все катится. И последний скилл. Процентов умения не видно. Сейчас покажу. Я аж выведу потом на весь экран игру. Скрытность. Или доктор? Доктор, сука, скрытность могла бы затащить этот билд. Я уже обрадовался. Вот говно, а. Какой доктор, блин? Что это за доктор, который сам себе ножки пришить не может? Ну... скрытность могла бы затащить этот билд. Ладно, доктор, и хрен с ним. Так, следующее колесо. Пол, мужик или баба?
Нахереть, это еще и баба будет. Это еще и баба. И характер, какого персонажа будем отыгрывать, злого или доброго. Чип вставлю, ага, и будет у меня два ловкости. Здорово. Добрый. Ну чё, знаете какую-нибудь неловкую женщину, которую можно под это описание подобрать? Чтобы мы как бы отыгрывали ее роль. Парни, есть у вас какие-то идеи относительно женщины, которая получилась? Стелла Хокинг, я не знаю, кто это. Стивен Хокинг поменял пол? Нет. Ролл на имя? Ну, на имя не рольнешь. Моя бывшая. Конечно, добрый, кому-то навредишь. Малышева. Все хотят Малышева. Диана Гурцкая. У Дианы Гурцкой восприятие единица была бы. Тогда бы я назвал. Блин, ничего не могу придумать, на самом деле. Не вспоминается ни одной женщины-инвалида. Или женщины, у которой нету ног или что-нибудь такое. Но это одно и то же. Жанна Фриски, нет. Это слишком грубо. Где найти такое же колесо? Это сайт willdecide.com. Мария Кюри. Что-то смешное нужно придумать, парни. Это все вообще нифига не смешное. Бурятка, Хлоя. Усейн Болт без ног. Знаете, давайте Стивен Хокинг, да? Ну, это реально идеально подходит под Стивена Хокинга, поэтому давайте ее назовем типа... Хокки. Хокки, по-моему, отличное имя для девочки. Хокки. Хокки. Вам нравится, ребят? Звучит же. Ну, типа, Стивен Хокинг, сокращенно, женский пол, Хокки. Анна Каренина! Блин, точно, чувак, спасибо, напомнил женщину без ног, господи. Анна Каренина. Спасибо, чувак, я бы никогда не вспомнил женщину без ног. Анна Каренина, точняк. Господи, спасибо, брат, она... Прям идеально подходит, да, да, согласен. Согласен, Анна Каренина. Причем ты тонко продумал, молодец, слушай. Ходи, избранный, ты должен об этом услышать. Деревня умирает, оглянись, и ты увидишь жен знаки смерти во всем. Гибнущие посевы, умирающие барамины. Больные дети. Но есть надежда, та соломинка, о которой знают немногие. Женщина с протезами обеих ног и ловкостью единица, которая принесет нам гек. У нее интеллект 9 и обаяние 4, поэтому даже ее спутники не затащат эту катку. Она не сможет выйти с локации. Поезда нет, ребят, есть поезд. Ой, боже, что мой.
Ну, какой план? Игру, я думаю, более-менее все знают. Я не буду читать диалоги заново. Я буду пытаться спидранить и челленджить. То есть, чтобы пройти игру именно. Какой план? Как затащить? Пока идеи особо нет. Наверное, это будет что-то связанное с тем, что будет с Кэссиди бегать и бовнить. Бабка лучше бы сама пошла. Ну, блин. Я вот поверить не могу. Ладно. Выпустите меня отсюда. Я могу напинать тебе под сраку. Дело в том, что двое вместе легко сдвинут обелиск, блокирующий путь. Один ты не сможешь этого сделать. Тут еще всегда мужским родом ко мне будут обращаться. Хлоя, аутистка, ставшая инвалидом. Забей, Анна Каренина, смешнее. Мне надоело, Хлоя. У меня другое теперь. Проблема-то другая, как бы, например, то, что я могу ткнуть на 4, и все, я не отойти не могу ничего. После этого муравей меня ест. Сохраняем героя. Это не No Death, поэтому... Но если я скажу в какой-то момент, что, ребят, это невозможно, то это будет невозможно, значит, действительно. Пересоздадим тогда. Покрутим еще колесик. Виски Роуз, спасибо за подписку. Чего-то интересного особо не ждите от этого стрима. Если никогда не видели этой игры, то тем более. Она довольно медитативная. Я особо даже комментировать ничего не буду. Буду просто сидеть играться. Ну, у меня как бы вариантов здесь нет особо. Я могу либо бить муравья, либо не бить его. И второй вариант бессмысленен. Ну, я хотя бы доктор. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Никогда доктором не был. МДК, МДК же забанили. Хилимся, живем, чего? 19 уже. Подождите, им немного, похоже, вы исчерпали себя. Ну, сюда я явно не пойду, то есть будем максимально по возможности избегать драк. Очень плохо, что разговор мне не выпал, конечно, с таким билдом. С разговором было бы проще. Хоть какие-то вещи я смог бы решить. Ван Деккер, спасибо за подписку. Игра проходима. Игра проходима, как по мне. Ван Деккер, спасибо большое. Игра проходима, как по мне, но это будет непросто. Моментами, безусловно. Чего? А, ну да, понятно. Я ж теперь не могу уворачиваться от этого говна. Я и не подумал. Грузимся, парни. Грузимся перед первым муравьем. Когда ловкость 10, просто эти палки пролетают мимо тебя. Красавица, девочка. Красавица, инвалидочка моя. Плохо. Получай за это от муравьишки. Да, парни, я что-то, конечно, и забыл.